Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ты слушай, как этот гиббон какой-то там с ним выгибался. Витя, а ты что не ловишь? А? Ты что не ловишь? Дядя Саша тащит опять. Поза орангутанга. А, собака! Блин! Скользкий, как налим! Витя, твоя очередь. Ему еле прищепил его там. Еле прицепил его там рукой. Да в рот не попал, нифига. А берет в натуре слабенько, да? Да. Не понял? Ну да. Белый. Сопливый. Блядский. Да, пощипал и отпустил. Прям вообще кое-как так. Пим-пим. Витя, Витя, попробуем в ту дырку перейди. Нет, тут вообще прям опасно дергать. Цепляется. Что, нормальный, да? Да, хороший. Это ты изяна оживлял сейчас? Ух.
О, видишь? Да нормально, что, полторушка. Наживешь сам потом. А? Да ему менять уже пора. Рукавицы-то мешают тянуть нам. Ты, Юр, шоколел. Надо килограмм на 16 еще одного. На 15, папа, у тебя на 16, когда и говори. А? У нас все готово, вся рыба наша. Блин. Вообще, блин. Что это за фигня была? Что-то вообще не понял. Это окунь, братан. Ну кто-то брал, слушай. Кто-то вообще маленький-маленький. Да ё-моё. Да, ну мелкий тоже был. На полпути ушел. Где твой папка, где твой мамка? Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, Виктор Костяныч. Канал «Это не диалоги о рыбалке». Еще одна попытка сходить порыбачить. Даже не знаем, не в курсе, курья еще стоит или нет. Енисей практически прошел. Льда мало на Енисее. Но тунгуска еще стоит. Попробуем сейчас здесь на Угор выйдем. Посмотрим. Если стоит, то попробуем на лед перебраться. Если получится. Вчера получилось, а сегодня хрен его знает уже. Друзья, сегодня мы уже сомневаемся, что выйдем вообще на курю. Курья вся полопалась, больше половины вынесла. Короче, очень опасно, если тунгуска рванет ее быстро, жик отсюда ее утащит. Мужик, он лазит на льду какой-то. Даже походу это здесь Сережа. Витя. Я тебе говорю, походу здесь Сережа где-то. Костюм похож на его и в рукавицах стоит. Точно он. Я тебе говорю. Где он перелазил, интересно? Он? Хорошая, дядя Сережа экстремал. Когда шатнет, знаешь, как быстро надо будет бежать на берег. И прыгать в воду холодную и мокрую. Бимка, Бимка, смотри сзади, чтобы не подкрался. О, здесь Сережа прет на лима, смотри, 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 тащит, смотри, смотри, посреди бела дня. О, там народу он еще сидит, вытащил. Нет, нет, сорвался, с тревунку рукой залез. Опа, вытащил. Давай, давай.
еще. Давай, доставай. Закон отбери такие вот. Леску в кучу собрался. Нифига он дристанул. Смотри, чтоб узелка не было. Смотри, чтоб узелка не было. Ну что-нибудь оставь. Куда? Да тут положи. Щипает. Собака. Опа. Как рубка, блин. Счет сравняли. Закончили мы наш ледовый сезон. Это была крайняя рыбалка, я так думаю, потому что завтра это уже все вынесет, это точно. По одному налимчику схватили, это классно. Да и налимчики добрые, да, Витя? С вами, как всегда, был я, Костян Виктор Костяныч. Ну и канал — это не диалоги, а рыбалки. И наш широкий, могучий Енисей, который там уже почти прошел. До встречи, друзья, до встречи на реке. И всех, товарищи, с днем труда, с 1 мая. 1 мая.